Слушай, а народу меньше стало, смотри. Раз, два, три столик свободен. Да нет, он. А, ну хотя бы. Такие неудобные, которые, а удобные все заняты. Ну, если тут будут еще стоять диваны, то точно будет все занято. Как Занзибаре, что ли? Да. Или кровати. Так, ну вот я дома. Была в Киабе. Мне дали карточку в Киабе. Вот было написано там вторая покупка 50%, но нет. Почему-то она не была. Видимо, надо на кассе все-таки это говорить, спрашивать. Дали вот карточку. Вот. Купила я джинсы. Ну, что-то они прям такие тонкие. Хотя не сильно. Но тонковатые. Короче, тут 46 размер, это мне на лето там вот. И взяла 50 размер, это под леггинсы. Потому что зимой я одеваю двое толстых леггинс. И хочу, чтобы ну, выглядело более-менее нормально, еще джинсы сверху. Вот. Ну, взяла темные. Хотела сначала взять светлые, но думаю, ладно, взяла темные. Вот, они по 800 были. Так. Также я зашла в магазин косметики. Там просто был такой маленький киоск открытый. Взяла я, значит, пудру. Вот. Там такая вот она. Вот, кисточку. Ой. Ой, не так, не так. А вот. А вот она выкручивается. Мягкая, такая нежная-нежная. Обалденная. Вот. И взяла расчесочку для ресниц. Что-то я свою расческу потеряла. И расчесывать ресницы нечем. Что-то смотрю, они все продаются такие дешевого такого качества. Самые обыкновенные. Я вот сейчас думаю, куда делась моя тогда. И зашла, естественно, в Ашан. Вот. Купила я в Ашане тоник. Вот такой тоник я просто прям обожаю. Вот именно с розой. Он как раз так увлажняет, а успокаивает кожу. То есть, допустим, когда у вас появляется прыщик красный, мажешь вот каждый вечер, и он как-то очень быстро проходит, чем когда он самостоятельно. Мне прям они очень нравятся. Так, это у нас карточка. Ёршик купил для бутылок, чтобы бутылки мыть. Так, взяла две пачки ватных дисков. Я, честно говоря, не помню от Ашана, какие они там, хорошие или нет, но вроде вот тут сбоку видно, что они тоненькие. Я не люблю просто толстые. На них так очень много уходит тоника. Вот. Ну и купила я птичье молоко. Правда, там было написано совсем одно. Взвесилось что-то другое. Ну и думаю, ладно. Здесь птичка золотая написано, а там было что-то другое. Ну и думаю, ладно, сейчас все. И взяла я еще зефир. Блин, такой зефир, он мне так понравился. Он такой мягенький.
И, конечно, он не очень красивый, уже подавился. Вот, зефир классический, 68 рублей. Так, вот я сегодня накрашенная. Если вы заметили, у меня есть стрелочки. Вот тут я сегодня нарисовала, красилась я сегодня без вас. Подумала, зачем тратить столько времени, вы уже два раза видели, как я красилась. Начинаю привыкать, я краситься заново, потому что сейчас много интересного, много всего другого появилось, чем в мою молодость, так сказать. Вот. И к тому же я торопилась, я чувствую, я уже как будто бы прям опаздываю. Муж меня сегодня пригласил на свидание. Диму я вчера отвела к маме. Вчера у нас была пятница, сегодня суббота. Вот, не знаю, там какое число. Уже забыла. Выйдет он попозже, наверное, этот ролик. Вот, и с мужем мы сегодня пошли на свидание, как когда-то в молодости ходили, встречались. Это так интересно. Вот, и ему это нравится, когда мы едем не вместе куда-то, а отдельно. Вот, и, естественно, нравится мне, то есть он уезжает по своим делам, потом мы встречаемся. У меня за это время, как бы, пока там он по своим делам ездит, у меня есть время накраситься, там, собраться, одеться, нарядиться. Я сегодня вот нарядная, свои любимые кофточки, у меня такая вот кофточка с пандами, я очень ее обожаю, прям вообще очень люблю, я ее одеваю только... по праздникам, а когда меня муж приглашает куда-нибудь в кафе. Вот, ну, я начинаю замечать, я только ее постоянно одеваю, надо уже что-то купить еще такое симпатичное. Не могу, я прям очень ее люблю, мне фотографироваться очень нравится, такая она прям молодежная. Вот, сегодня мы встретились около автовокзала немножечко, вам там его засняла, но, наверное, он выйдет... Да, я сделала кусочек, но он выйдет это в самарской архитектуре. Вот, не знаю, там под каким номером. У нас уже первый вышел, второй. Он, наверное, будет у нас выходить такие ролики раз в месяц, потому что мне нужно все-таки собрать, а я сижу постоянно с ребенком дома, то есть это довольно сложно. С ребенком больно не выйдешь никуда, там, именно на автобусе там куда-то доехать. Вот. Ну, посмотрим, может, чаще, может, нет. В комментариях напишите, как вам хочется. Вот. Так, что там я хотела-то? А, меня пригласил он сегодня в кино и в Макдональдс. Вот, ну, мы пошли к KFC, потому что я помню, что там картошки фри дается целая ведерко. Такое прям, ну, хорошее ведерко. Не знаю, там не написано было, сколько там грамм. Наверное, надо было переворачивать это ведерко. Ну, короче, там... Не додали нам, дали немножечко меньше, чем я думала. Я помню, что последний раз мы в KFC с Женькой были лет 9-10, наверное, назад. Вот, и не знаю, насколько мне помнится, там было много, а там чуть меньше положили. Вот. Ну, она, конечно, отличается, чем от Макдональдса. Макдональдс все-таки вкуснее картошка фри. Ну, там более тоненькие они такие, хрустящие. Немножко где-то попадаются. Горячие. Вот. Поели картошку фри. Женька поела в пекарне. Не захотела. Говорит, я не наедаюсь этими гамбургерами. Вот ты их покупаешь. Ешь. А в итоге я голодная остаюсь. Вроде поем в пекарне. И пошли мы в кино. Ходили мы сегодня в Космопорте в кино. Прошлый раз я засняла, монтировала, но почему-то камера у меня не сохранила ролики. Мы тоже ходили в кино, и там внутри все засняла. Мы ходили в Авроре, торговый центр. Но там очень мне не нравится, там очень высоко, во-первых, надо подниматься. И в случае пожара там выход сразу не найдешь. Там не ступенек. Ну, где-то, может быть, и есть ступеньки, не знаю. А именно эти вот экскаваторы, блин, ну их сложно найти. Они так вот находятся в разных местах. Нужно где-то пробежать, где-то пройти, куда-то завернуть. Ну, короче, он похож... Аврора как зимняя вишня. Помните, да, там вот был пожар, вот копия также. Что-то там непонятно, куда бежать, где выход, где это... План висит, этот план смотришь, ничего не понятно. Отзывы я тоже читала, мне не нравится, вот честно. И кинотеатр находится в самом-самом там высоко, где-то там на 7-м этаже, что ли. Он постоянно, этот торговый центр, достраивается, все время
становится все выше, ну там появляется еще выше этаж, ну короче, не нравится мне, сложно там что-то найти в этом торговом центре, вот не хочу, не люблю туда ходить, не хочу, потому что, ну блин, мало ли что произойдет, а куда бежать не знаешь, я не люблю так. Космопорт, торговый центр мне очень-очень нравится, там практически все мои любимые магазины, то есть в случае пожара я знаю, куда идти, я знаю, куда бежать, то есть он одноэтажный, там есть и вторые этажи у некоторых магазинов, но не у всех, а может и у всех, не знаю. Вот. И там много входов-выходов, то есть там 100 метров проходит там или сколько-то выход. Там 100 метров проходит, выход, то есть в случае чего хотя бы знаешь, куда идти. И как бы он одноэтажный, меньше проблем будет. Конечно, там начнется толпа, но все равно гораздо проще. Вот, и туда мы тоже ходили сегодня, в кино. Как уж там кино называется само, я не знаю. Ходили мы сегодня на комедию «Давай разведемся». Русская комедия, довольно интересная, смешная и... приятно слушать, как там целый зал хихикает, так хи-хи-хи, так смешно. Вот. И много достаточно было много народу, где-то не полный зал, где-то 40%, даже не 50, а 40 где-то было. То есть в прошлый раз мы ходили, нас было меньше 10 человек, наверное, в зале. Как-то по-другому. Там в «Авроре» немножко получше. Там зал, как бы, получается, мы сидим, и другие ниже сидят. То есть нам практически не мешает, там чуть-чуть видна у человека макушка. И как бы над макушкой получается экран. Ну, где-то там какое-то расстояние, и получается экран. То есть это удобно. А здесь я боялась, что кто-нибудь у меня сейчас там перед носом сядет, и мне уже не так будет хорошо видно экран. То есть там, ну, какую-то часть от экрана он будет заслонять. Это не очень удобно. Вот. Ну, интересно, так вот с Женькой сходили, погуляли, как в молодости. Вот, прошли по магазину, вот я джинсы купила. Но вот, единственное, я переживаю, что джинсы немножко тонкие. Не знаю, мне кажется, они, может, порвутся быстрее. Там потом я видела потолще в другом магазине, но там не было моего размера, именно вот побольше. Я еще там на неделю как раз приезжал брат, Windows мне поменял. У меня там компьютер, оказывается, вирус какой-то появился, поэтому у меня постоянно зависал и отказывался сам выключаться. Вот он приехал посмотреть, говорит, у тебя там вирус. Ты, говорит, вирус где-то подцепила. Господи, да... блин, говорю, я стараюсь аккуратненько, все, нигде по каким сайтам уже не лазю. Вот там вот есть там сайт YouTube, Контакт, там и CityLink. Там и какие-то вот такие, ну, которые я знаю, сайты. И все, говорю, ну, вот, блин, вот стараюсь, нигде не лазить. Ну, говорю, ну как? Как я умудряюсь так? Вот, он все перезагрузил. Я скачала свой любимый антивирус, который когда-то у меня там был. Вот, вот он вроде мой компьютер пока охраняет. Вот, ну, так вот. Хотя, а программы мне пришлось заново все программы скачивать. И понимаю, что я от Ютуба зависима уже становлюсь. Как бы мне надо же, ну, ролик, господи, сбилась с мысли, записать. Ну, записать это не проблема всегда. Его перекинуть на компьютер. А там компьютер нужен, потому что мне его нужно смонтировать. Для этого мне нужна специальная программа, не абы какая. Кстати, когда YouTube создала, я очень много перепробовала программ разных. Я помню, я тоже скачала столько вирусов. Мне тоже этот брат помогал, другой брат. Вот. Ну, потом я нашла все-таки свою программу. И все. То есть, блин, никуда не денешься. Если у тебя есть YouTube-канал, то компьютер обязательно нужен. Уже не отвертишься ни туда, ни сюда. И перестать снимать уже, блин, тоже я не могу. И уже, ну, привычка какая-то посидеть, поболтать с камерой. Это довольно интересно. Потом сидишь, монтируешь все это, выслушиваешь. Слушаешь так это. Ну, поболтала с камерой. Думаю, супер, как это. Я рассказывала в прошлый раз. Соседка меня там остановила. Я думаю, сегодня иду, думаю, если сейчас он меня встретит, я скажу, слушайте, купите видеокамеру, поставьте на штатив, говорю, и болтайте с ней там сколько хотите. А потом загрузите в YouTube, и все, проблем меньше. Как поболтала, так хорошо стало, супер. Думаю, если человек одинокий, думаю, нормально.
Вот. Вчера, кстати, я тебе еще мандарины купила. Такие вот. Брала, так набираю эти мандарины. Короче, набрала почти 2 килограмма. Какая-то козявка. Такие вот. Я их проверяю. Вот если вот тут воздух есть, значит, они хорошо чистятся. Вот они как бы нажимаются. Такие у них толстокоренькие. Они очень люблю мандарины. Я помню в детстве... Так, сейчас я посмотрю, сколько я там наболтала. Наболтала я... 13 минут уже, офигеть. Нет, тогда я вам не расскажу. Я вам завтра расскажу, какая в детстве. Ладно, давайте. Что, 13 минут, это уже слишком много. Плюс там еще ролик, кстати. На сколько-то минут, 14-15. Так что ладно, давайте пока-пока. С вами был канал ArtMania. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока-пока.